увлечении фотографии. Я буквально пару минут назад вернулась с нашей второй практики. И практика была на тему «Утро невесты». Мы снимали замечательную девушку-модель, невесту, ее подружек, был у нас жених. Также у нас были две замечательные собаки. Ну и это еще не все, потому что наша творческая мастерская специально для этой практики сделала свадебный букет невесты, нежный, весенний, очень интересный. И видео о том, как мы его создавали, есть уже на канале, поэтому подписывайтесь на наш канал и не пропускайте новые видео. Обязательно смотрите и ставьте лайк. И еще, что бы я хотела отметить перед тем, как показать вам видео с нашей практики, это место, в котором мы сегодня снимали. А снимали мы в очень красивой, очень атмосферной, очень светлой студии «Молоко», которая находится в городе Минске на улице Чкалова. Ссылочка также будет под видео на эту фотостудию. В этой фотостудии вы можете снимать все что угодно. И утро невесты, и семейную фотосессию, и портретную, и снимать своих деток, малышей, потому что там несколько фотозон. Все очень красиво задекорировано. Декор, интерьер постоянно меняется, благодаря чему вы можете снимать хоть каждый месяц, и у вас всегда будут новые интересные фотографии. А еще в этой фотостудии очень замечательная хозяйка. Прекрасная, добрая, приветливая девушка, которая всегда встретит вас с горячей чашкой чая или нальет вам стаканчик прохладного молока, если вы, например, любите молоко. Сейчас давайте посмотрим видео с нашей практики, как все это происходило. Так называемый бэкстейдж, что же мы там фотографировали. Посмотрим на интерьер фотостудии, о котором я только что рассказывала. Понаблюдаем за другими фотографами, наблюдаем за нашим преподавателем. Поэтому смотрим, не выключаем, ставим лайк обязательно. Thank you.
подведем. У нас получилось о моем увлечении фотографией, и видео это было о практическом занятии номер 2 «Утро невесты». Скоро будет следующее видео уже о других практических занятиях, поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ждите новые видео. А на сегодняшний день я с вами прощаюсь. Пока-пока!